А тем временем в республике продолжается прививочная кампания. Жители Элисты в возрасте от 18 лет могут получить прививку от гриппа в городской поликлинике. На сегодняшний день вакцинировано уже 20 тысяч человек. Как отмечают сотрудники поликлиники, горожане проявляют большую активность. О том, как проходит вакцинация, в следующем материале. С 8 утра у двери процедурного кабинета большая очередь. В предыдущие годы такого ажиотажа не было, рассказывает медсестра Цаган Хаджигорова. Прежде всего это связано с эпидобстановкой в мире, вызванной COVID-19. Жители Элисты стали бережнее относиться к своему здоровью. К 8 часам у нас уже такая очередь большая. В общем, я заметила, чем в прошлом году, в этом году очень активно идут люди вакцинироваться. В связи с этой обстановкой люди боятся заболеть. Молодцы. И пусть они приходят. Мы еще весь октябрь, наверное, будем прививать, вакцинировать против гриппа. Грипп может привести к серьезным осложнениям – бронхиту, пневмонии, миокардиту и многим другим заболеваниям. А потому прививка – это самый эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Я вот в прошлом году, вот каждый год делаю. И в прошлом году я ни разу не болела за год. Это хуже не будет. Я считаю, что это хорошее. Делать, для здоровья каждый человек должен страховаться. Очень правильно это, что для здоровья каждого человека, чтобы защита была и соблюдали, каждый человек соблюдал меры осторожности, чтобы как можно меньше людей болело. В горполиклинику поступило более 30 тысяч доз вакцины, из них около 20 тысяч уже использовано. Исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части Ольга Китаева сообщила, что в скором времени поступит еще одна партия вакцины в количестве 20 тысяч единиц. Препараты Савигрипп и Флюен уже зарекомендовали себя как эффективные средства для иммунизации. Например, Савигрипп сотрудники медучреждения применяют не первый год. Люди в этом году очень активно идут на вакцинацию в связи с эпидобстановкой по коронавирусной инфекции. А также у нас очень много запросов с организацией вакцинации именно сотрудников этих организаций против гриппа. Получить прививку от гриппа жители Элисты могут в главном корпусе городской поликлиники, в филиалах в первом микрорайоне столицы и в селе Троицко-Целиного района. При себе необходимо иметь паспорт. Чингис Тихонов, Ачир Бушаев, информационная программа «День Республики».